Привет, подписчики мои дорогие! Сегодня будет у нас вот такая вот крутая посылка, которая мне пришла за 15 дней. Давайте распакуем и посмотрим, что здесь да как. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Кстати, всех девушек, кто меня смотрит сейчас, поздравляю вас с 8 марта! И желаю вам самого хорошего денька, конечно же, здоровья и счастья. Значит, есть у нас вот таких вот два карабаса. Здесь находятся вот такие вот спидометры. Почему два штуки, непонятно. Возможно, они у нас немножко разные. Но мы сейчас все посмотрим. Конечно же, сравним, если что-то у нас не так. Но я думаю, все в принципе одинаково. Значит, есть у нас в комплекте вот такая вот клемневая колодка в размере двух штук. Ну и сам, конечно же, вот такой вот спидометр, очень-очень такой компактный. Вот такой вот толстый кабель. Здесь очень много вот таких вот проводков. На картинке вы сейчас увидите каждый проводок, за что отвечает. Работает данный спидометр от 12 вольт, конечно же, и устанавливается он на мотоциклы, такие как Harley Davidson, Honda, ну и так далее. Как мы видим, есть у нас две вот таких вот лампочки, которые отвечают за свет и за поворотники. Также есть у нас сам пробег, максимальная скорость на данном спидометре это 160 километров. Также есть у нас цветной индикатор. Сейчас на картинке тоже посмотрите, как это работает. Этот у нас индикатор дисплей отвечает за передачу, на какой вы стоите. Максимальное значение это 8. Сам спидометр такой увесистый. Внизу мы видим вот такие вот крепления. Все это у нас из металла, так же как и крепление. И давайте посмотрим, конечно же, второй. Такой же самый, я думаю. Да, абсолютно идентичный. Вот таких вот два малыша красавцев. Как мы видим, уже китайцы проверяли, так как здесь до 5 километров уже пробег есть. Но это и хорошо, так как значит он у нас пригодный к жизни. Если вам такое чудо нужно, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и можете, конечно же, покупать. В комплекте у нас есть письмо от китайцев. И так же самое здесь тоже две колодки клемневые. Провода у нас, что могу сказать, их очень много. Нужно это все разбирать. Кто в этом, конечно же, шарит, пожалуйста, можете устанавливать без проблем, я думаю. Ну а если у вас нету навыка в этом, пожалуйста, обращайтесь на СТО. На этом, друзья, у меня все, так как у меня нету мотоцикла, и я не могу вам это все наглядно показать. Но я думаю, суть понятна. Ссылка, повторюсь, будет в описании. Ставьте палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Вам хорошего дня. Пока. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарии. Ну еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты. Там много интересного.